Главврач Иссык-Кульского межрайонного центра профилактики заболеваний вместе с водителем внимательно осматривают новую санитарную машину. Теперь их лечебницы, на учете которой стоят 100 тысяч иссык-кульцев, будет гораздо легче транспортировать лабораторные анализы с отдаленных местностей. В чем отличие этой машины от тех машин, которые у нас были? Хочется отметить, что он имеет именно те технические данные, которые можно приспособить для доставки проб с отдаленных районов, именно с горных районов, где труднодоступно поехать, сделать вакцину. Соответственно, если есть вызовы, пойти сделать забор анализов и доставить своевременно. По мощности, по оснащенности эта машина для нас очень удобна и как раз своевременно. А это церемония передачи 8 санитарных машин. Все они предназначены для специалистов межрайонных центров и отделов Госсанэпиднадзора Ноокатского, Иссык-Кульского, Лабукинского, Сокулукского, Иссык-Катинского, Аксыйского, Джумгальского и Базар-Кургонского районов. Ключи от новых машин вручила зампредседателя Кабмина Джилдыз Бакашева. У нас в стране сегодня действительно очень радостное событие. До этого вот в начале 2020 года, вот как я сейчас отметила, в Бишкеке и в Аше было всего 2 действующие лаборатории. И отсутствие спецтехники, моральный износ, так как автопарк находился в эксплуатации более 20 лет, создавало очень такие большие проблемы. Особенно вот в вопросе вот своевременной доставки к лабораториям из отдаленных районов. Главное отличие этих машин в том, что здесь имеется задняя грузовая платформа. По словам главы Минздрава, с их помощью будут также перевозить холодильники с вакцинами для иммунизации граждан. Мы распределили эти машины по всем высокогорным районам, где нуждаются, потому что в настоящее время для того, чтобы вовремя поставить COVID, надо ПЦР-тесты. Второе, мы по всему Кыргызстану начали вакцинацию. Эти машины, вы сейчас видите, сзади есть удобство, где можно в холодильнике хранить наши вакцины. Глава ведомства также добавил, что в рамках проекта Исламского банка развития была запланирована постройка 10 модульных вирусологических лабораторий по всей стране. Для усиления материально-технической базы медучреждений ранее в регионы было передано 7 таких санитарных машин. По словам медиков, они будут способствовать улучшению качества оказания медицинской помощи населению отдаленных районов страны. Аяна Дюшекеева, Ирлан Джунушалиев, Исинтур Абыкеев, Алатау 24.